Ты же где-то здесь, верно? Прости, я-то думал, ты никчемная штуковина, что ты всего лишь нелепый подарок двуглавой занудной крестной с ее жутким запахом изо рта. А, двух ртов. Как же можно было так ошибаться? Обнаружено соответствие. Печать. Имя доктор, планета Галлифрей. Хорошо. Надо же, работает. Теперь посмотрим, что ты скажешь об этом. Что это такое? Обнаружено соответствие. Готово к печати. Нет, я точно знаю, это не то. Их тысячи, их легко увидеть. Нет, точно нет. В этом и есть проблема импрессионистов. Они не стремятся быть точными. Такого не произошло бы с Гейнсборо или с кем-нибудь из реалистов. Простите, Винсент. Придется изобразить кое-что получше. Так-то лучше, подружка. Пусть не сразу, но в итоге ты всегда все правильно понимаешь. Отлично, теперь узнаем, кто же это. А вот и ты, бедолага. Крафаэс, свирепое, кровожадное, покинутое создание. Надеюсь, мы скоро снова увидимся, и я отправлю тебя домой. Но не так же скоро. Ты меня до чертиков напугала. Извини, мне стало скучно. Насколько возможно восхищаться его властью над цветом и формой, настолько же невозможно смириться с храпом Винсента Ван Гога. Подъем, подъем! Проснись и пой! Завтрак уже подан во дворике. Ух ты, вот это утро! Пойдемте, пойдемте. И у Эми есть небольшой сюрприз для вас. Я решила добавить ярких красок в благодарность за мое недавнее спасение. И думала, что вам может понравиться. Ну, знаете, может, как-нибудь нарисуете их? Как вам мысль? Да, это не мои любимые цветы. Это вам-то не нравятся подсолнухи? Не то чтобы не нравятся. Я нахожу их неоднозначными. Постоянно где-то между жизнью и смертью. Похожи на людей, когда поворачиваются к солнцу. Не по себе как-то. Но знаете, это вызов для меня. Я убежден, что вы справитесь.